А у нас пожар. Поля горят. Главное, непонятно, кто-то их специально поджег или они случайно горят. Вот здесь и вот, вот там пылает. Будем звонить пожарникам. С утра горит это все дело. Никто не приезжал, никто не шевелится. А вот здесь вот деревянные сараи и погреба вон там уже подбираются близко. О, как оно горит. О, как оно горит. А здесь деревянные сараи. Если вот оно загорится, вот считай, вот сараи, вот эти дома, и вот тут сразу мы через дорогу. И вот эти дома тоже рискуют загореться. Так что вот тут вот эта вот мусорка у нас. Вот. Где видите, здесь. И очень часто здесь жгут мусор. Но еще ни разу не было такого, чтобы вот такой был пожар. В общем, даже учитывая то, что ветер в другую сторону, дым идет сюда, разгорается в эту сторону, туда и вот к нам теперь. Не знаю, что дальше будет. Сейчас будем звонить в пожарку. Там вообще что-то сильно прям горит. Может, посадка загорится, даже дерево. Ой, замерзла я. Бегу. В общем, позвонили мы в пожарку, и они сказали, что ничего страшного, что к нам огонь не дойдет. Ну, в районную. Они, конечно же, не видели ничего, что здесь происходит. Там, в принципе, какая-то дорога проходит, не знаю, где она, даже не видно ее. Ну, там между стайками, вот этими сараями и полем. Как будто бы она должна защитить нас от этого огня. Вот как-то у нас, когда пару лет назад на чердаке массово дохли птицы, голуби. И падали прям через чердак, через дырку в подъезде, которая наверх идет, там у нас нет крышки. Падали прям в подъезд, прям много-много-много дохлых птиц было вокруг, пятиэтажки, вообще прям десятками дохлых птиц. И одновременно начали дети болеть ротавирусом во всем доме. Очень много было случаев. Ну уж не знаю, связано это или нет, но мы с некоторыми жителями звонили в как ее, санэпидемнадзор, что ли, тоже в районы. Тоже не приехали они, поржали над нами, тоже никто не приехал. В общем, они дохли где-то месяц, эти голуби, папка их там сам собирал на чердаке, потом жёг, тоже никто не приехал здесь. В общем, надо рассчитывать самим на себя, если что-то случится. Ну, мы будем смотреть, сейчас позвоню Оле, потому что вот ее мама живет прям, вот ее родители Олины живут. И вот огонь. Страшно все равно. Ура, пожарка приехала. Сейчас видели пожарную машину. Я тут сломала дверь от балкона. Сейчас муж починит, выйду, покажу. Все, выпустили меня на свободу. Сейчас попробую увидеть пожарную машину. Где она? Вот она сюда завернула. Здесь вот поехала. Должна где-то здесь вот выехать. Стоит мига. Где? Я ничего не вижу. А, да, она почему-то возле двухэтажки стоит. Вон, мигает, видите? Вот она почему-то здесь остановилась, не знаю почему. Возле двухэтажки. Может, они просто так приехали? Может, они... Вот смотрите, какой там пожар. Вам видно? Нет, вот смотрите, вот это все пожар, это горит. Вот прям. Прям возле подстанции электрической. Луна. Вон здесь улыкает. Вот здесь уже дома начинаются. Ну, посмотрим. Что-то не знаю. Поехали, по-моему, поехали. Папка, они поехали. Сейчас будут, наверное, тушить наш пожарчик. Может, еще кроме нас кто-нибудь звонил? Вон там горит. И вот здесь. Видите, тут уже довольно хорошо разгорелось так поле. Вон поехала пожарка. Вот она. Ой. Холодно-то, в футболке стоять на балконе. Ну, что-то они медленно как-то едут пожар тушить. Ну, там вообще сильно горит. Самое интересное, что видно только, наверное, ну, вот сверху. Потому что
с первых, вторых этажей не особо видно. А только с четвертого, с пятого очень хорошо видно масштаб бедствия. Вот они что-то выгрузились. Пешком, что ли, пойдут, не пойму. Ну все, потом покажу, что будет дальше. Пойду греться. Приблизила я вам, чтобы было видно. Пока ничего не происходит. Ну, по-моему, машины какие-то там стоят, не знаю, не видно. Тушат или нет. Вот видите, машина какая-то. Ой, не видно там. Вот. Какие-то фары. Приблизила. Там, я не знаю, вот тоже видите. Во. Там вообще дома близко.